Товарищ председатель Государственной комиссии, летчик-космонавт Гермаслем Ситопьянов, можно просто Слема, и весь экипаж космического корабля задание Родины выполнил! На корабль задание было очень сложное. Вместе с экипажем был взят монгольский космонавт Дурак Тагадыч. Задание было очень сложное. Взять его в космос и выучить его имя. Задание выполнено. Также в полет был взят и вьетнамский космонавт Вынь Цунь. Задание было очень сложное. Сами видите, открывал банки. Задание было очень сложное. Провести в однокомнатном отсеке 10 тысяч дней. Задание выполнено. Где был? Космоса. Как зовут? Космоса. Что будешь делать? Космоса. Молодец. По дороге к вам, товарищ председатель, у меня немножко развязался снурок. Отставить. Слава богу, что не пупок. Вы правы, товарищ председатель комиссии. Вы у нас человек новый, поэтому позвольте вас ввести в курс дела. Наша маленькая и хрупкая планета Земля – третья от Солнца. Позвольте немного о себе. Я рос простым мальчуганом, бегал с мальчишками по космодрому, качался на кабель-мачтах, лазил на ракетах. Меня заметили, поймали и сразу же напинали. Я проникся глубоким уважением к этим серьезным людям в красивых скафандрах и понял, что... Что? Космоса? Подожди! И понял, что... И понял, что когда вырасту, то тоже им обязательно напинаю. И вот я командир корабля, управляемого с земли матюками по радио. А вместе со мной монгольский космонавт. Прости, Господи. Зыксусь гусь, дар дрин дин 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 дин. Подожди ты! Дин-дин, гурак, тыгатыч, дин-дин-дин. И вьетнамский космонавт, сунь-вынь-сунь. Космоса! Да подожди ты! Я фигею! Во время полета было сделано ряд экспериментов, заказанных Министерством обороны. Выстрелить из пистолета в космос, бросить туда гранату.
На случай встречи с инопланетной цивилизацией всем космонавтам раздали мегафоны, но, к счастью, они не понадобились. Зато в ходе другого эксперимента мы установили, что... Кто? Космоса! Подожди! Что простейшие микроорганизмы, то есть дрозды, прекрасно чувствуют себя в невесомости. Мы растворили тюбик с чаем, выпарили сахар и, пожалуйста, два бака с топливом стоят у солнечной батареи. Вскоре у нас начались эксперименты с чертиками, зелеными человечками. Мы воздействовали на них биополем, жестким матом, половой тряпкой. В результате разгерметизации 8 бутылок водки на корабле произошла авария. Отказал борт-инженер Зыксус-Гусь. И вьетнамский космонавт Бен-Цунь-Цунь-Вы. Если бы не мои решительные действия, я отобрал у самодульников все оставшееся и вылил в открытый рот. Экипаж бы еще как минимум 3 дня не выходил на связь с землей. По земной из земли был Зёма. Однажды у нас отказал бортовой компьютер. Я взял его все функции на себя и долго мигал разноцветными... В общем, ими до конца полета. Я Дерматслем Цитопьянов, можно просто Слема, поддерживал идеальный порядок на борту. Никаких тебе, понимаешь, пузырей на скафандрах. Пришел из открытого космоса, будь добр, вытри ноги о половую тряпку, вон она по кораблю летает. Туалет я тоже вынес на улицу, как у меня в родной деревне. Занимались спортом невесомости, подтягивания, отжимания, гири. У нас там весело было. Я постоянно прятал еду у экипажа кислорода, под Новый год отдавал. Что-то радости было. Бородатый Дед Мороз подышать тебе принёс. Правда, потом усы и борода у меня сгорели в плотных слоях атмосферы. Приземлились мы удачно. Наш спускаемый аппарат ИКАР-2009 приземлился аккурат возле моей деревни. Так что мы успели, конечно, до спасательной группы спахать огород моей мамасы, наколоть дров, натаскать воды на зиму. За совершенный подвиг! Весь экипаж был удостоен вьетнамской наградой орденом Хо Си Мина и бальзамом «Золотая звезда». И высшей монгольской наградой, путевкой в Юрмалу. И вот мы здесь. Да подождите. Разрешите идти, товарищ председатель комиссии. А то меня ждут мои друзья, а также монгольский космонавт Зыксус. И вьетнамский гамма Вэньтун Штунгвинь.